Кликер. Всем добрый день. Спасибо, что собрались, и спасибо организаторам, что разрешили мне выступать первым. Мне очень приятно представить наш проект IZX. И так, куда оно убежало? Он сам начал крутить. Ладно, я начну немножко нестандартно. Я прям сразу покажу рабочее приложение, которое есть на мобильном телефоне. И, кстати, вот вопрос. Этот проект на Минтере существует уже достаточно давно. А есть ли здесь кто этим приложением уже пользовался и собирал токены? Нет? Окей, ладно, жалко. На самом деле мы знаем, что из сообщества Минтера очень много пользователей пользуются этим приложением и собирают токены с помощью него. И если вы посмотрите, то вы увидите, что эти токены, они разбросаны на карте. И моя презентация как раз должна показать, а в чем смысл этого приложения и как это все работает. И давайте я продолжу. Во-первых, это маркетинговая платформа. И эта платформа позволяет геймифицировать различные маркетинговые акции и одновременно монетизировать их. То есть токены можно, как я показал, разбрасывать по любым геолокациям, привязывать к магазинам, там, к стадионам. Вот даже вот в этом пространстве можно было бы раскидать токены, которые вы могли бы собирать. А сбор токенов осуществляется очень легко. Ну, вот здесь коротко общая информация, что вы представляете, какие деньги тратятся на маркетинг во всем мире, и большинство пользователей уже переходят на мобильные гаджеты, поэтому иметь такое приложение на мобильном телефоне — это такой очень хороший инструмент для того, чтобы монетизировать вот такой вот и геймифицировать маркетинг. Как я показал, приложение работает очень просто. Вы находитесь в какой-то геопозиции, и вам показано, какие рядом есть токены. То есть, например, вы приехали на... хотите заправить машину. На одной стороне дороги одна бензоправка, на другой другая. Но если вы откроете приложение и увидите токен на соседней бензоправке, вы этот токен ловите, фотографируете, и вам тут же падает на телефон этот токен с информацией о том, например, какие предоставляются скидки. То есть вы можете купить бензин дешевле, либо вы можете получить кофе бесплатно, либо там еще какие-то. Вы можете накапливать эти токены и потом за эти токены купить бензин. Там 10 раз приехали на эту бензозаправку, 11 раз заправились бесплатно. Пришли в магазин, в большом торговом центре, как сориентироваться, где какие скидки. Это может помочь. Проходит какой-нибудь футбольный матч, и можно токены разбросать по стадиону. Люди ходят, собирают токены, потом получают там футболки, бейсболки и прочее. То есть таким образом, с помощью вот такой геймификации можно привлечь внимание самой разной аудитории и привести ее в конкретное место и мотивировать совершить конкретные действия. И это на самом деле, с одной стороны, очень простое приложение, то есть его поставили, все у вас на телефоне есть, но с другой стороны, очень многие люди, я знаю там девушки, например, они с удовольствием будут приходить в магазины, которые дают там 10-15% скидки, потому что для кого-то это ощутимые деньги. И люди будут ходить и ловить эти токены, потому что это дает реальные какие-то бонусы, преимущества. Вот, теперь, если говорить о самом решении, то мы можем выпускать на Минтере самые разные токены. Вот, на Минтере можно токены просто делать очень быстро. Соответственно, у нас есть тоже свой токен IZXGO. И пользователи, когда они ловят токены, эти токены могут быть использоваться как для оплаты чего-то, так просто для накопления, для обмена потом на живые деньги, для обмена на другую крипту, ну и так далее. То есть любая работа с этими токенами. Значит, какая цель самого проекта и совместной работы с Минтером? Это расширять общее комьюнити, общее сообщество как самих проектов, которые работают на платформе и на Минтере, так и комьюнити самого Минтера, выпускать новые токены, геймифицировать рекламу и расширять вот вообще общее использование этой платформы и этой возможности. Теперь, если говорить о нашем текущем проекте. Проект на самом деле работает уже несколько лет. У нас порядка 90 тысяч пользователей. Ежедневно где-то 2500 находится в активном использовании платформы. И вот еще тоже немаловажный момент. Здесь нет никаких ограничений по геолокации. То есть эти токены могут быть разбросаны вообще по всему миру. И я вот, например, приезжал в Гонконг и открывал приложение, и прямо вот на улице можно было эти токены точно так же ловить, как и здесь в Москве.
Вот, ну и, соответственно, есть приложение и в App Store, и в Google Play, совершенно спокойно можно скачать, установить. А, вот тоже важный момент. Мы провели достаточно много успешных маркетинговых кампаний, как здесь указано, 156, и на Минтере уже выпущено там несколько десятков токенов, которые прямо сейчас разбросаны, в том числе по Москве. То есть такие маркетинговые кампании, рекламные кампании проходят очень активно, и вот у нас каждым месяцем прибавляются наши партнеры и клиенты, которые заказывают вот такой тип рекламы и привлечения внимания покупателей. Мы нацелены на работу как и с конечными пользователями, так и, понятно, с бизнесом. То есть это могут быть самые разные компании. Это мы работали с Додо Пицца, работали, ну, на самом деле, с огромным количеством проектов. И рассматриваем самые разные возможности сотрудничества, возможности такой рекламы и работы с покупателями. Ну, как здесь сказано, это могут быть самые разные подходы. Это могут быть и скидки, и бонусы, и поощрительные программы, программы лояльности. Кстати, это очень важный момент, что люди, которые пользуются этим приложением, если они один раз получили какие-то скидки и почувствовали вот это вот преимущество, бенефит от использования всего этого дела, 25% из них приходят и используют, опять ищут эти токены, ищут эти возможности в других областях. То есть, например, если вы один раз заправились, окей, увидели, о, здорово, мне там кофе бесплатно дали. В другой раз даже это не заправка, а, не знаю, совершенно другое место. Человек все равно откроет и посмотрит, а что здесь еще есть. И бац, и может для себя обнаружить, вот там, ну, например, тоже кафе, можно получить скидку на обед или что-то еще. А теперь дальше. То, что мы сейчас, на что нацелены. Нацелены на масштабирование. Потому что платформа работает, и сейчас основная задача – это просто повышение производительности, вывод большего количества проектов на платформу, расширение аудитории, расширение известности и появление все большего количества токенов и вариантов их применения. Мы активно участвуем в самых разных конференциях, везде ездим, встречаемся, рассказываем, показываем. И есть очень большой интерес в Азии. Есть китайские партнеры, которые и хотят и купить, и интегрировать наши решения там, в свои приложения. И я думаю, что вот Азия – это одно из таких направлений, где сейчас вот именно к данному решению очень большой интерес. И мы в эту сторону движемся. Ну и понятно, у нас много публикаций, печатаемся, выпускаем анонсы, информации. Все есть на сайте. Пожалуйста, скачивайте. Смотрите, как это работает, и задавайте вопросы.